Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня я вам расскажу, как продырявить горшок для цветов. То есть горшки были куплены в фикс-прайсе, и, к сожалению, у них нету даже мест для дырочек. Например, вот с обычного магазина, видите, тут такое вот прямо где вот дырочка, оно более как тоненькая вот пленочка. С этой стороны вот даже будет, наверное, Тут видно мой пальчик. То есть тут место есть, чтобы шилом проткнуть. Ну и здесь вот тоже, кстати, вот видно. То в этих не оказалось. Также, конечно, здесь называется горшок для цветов. То есть это не стаканчик какой-то там. Именно написано, что это горшок. Но почему нету, странно, не понимаю я. Кстати, они очень удобные. Крепятся вот так вот. И можно поставить... как сотами таких, купить штук 100 и друг за дружкой вот так запланить и поставить. Вот. Так, отдираем, конечно же, мы эту наклейку. Так, вот отдрала наклейку, чуть-чуть осталось. Есть два способа, наверное. Не знаю, если вы знаете третий, напишите в комментариях. Можно шилом просто проткнуть. Но бывают такие моменты. У меня был один раз, когда у меня горшок просто треснул от этой дырочки пополам. Где-то вот так вот две трещины было. Это не очень приятно. И есть второй способ. Нам для этого понадобится свечка и, конечно же, спички. То есть подпалить это шило и просто потихоньку-потихонечку сделать дырочку. Вот. Обычно я делаю всегда так. И предлагаю вам тоже сделать то же самое. Ставим нашу свечку и просто разогреваем это шило. Его греем, 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 греем. Чуть-чуть подальше. Греем, греем. Оно, видите, у меня уже такое черное. Я уже не первый раз это делаю. Вот. И потом просто опаливаем. Оп. Вот уже маленькая дырочка получилась. Опа! Вот и все. Вот и все. Вот дырка и есть. Так, ну вот, смотрите, получились вот такие вот дырочки. Тут, конечно, начинала первый не в попад, а здесь уже старалась по треугольничкам и тоже посередине. И вот так они выглядят внутри. По крайней мере, они вот есть. Можно, кстати, сделать немножечко даже и побольше дырочки было. Но у меня уже заканчивалась свечка. То есть вот есть такой вариант. И третий вариант, напишите вы в комментариях, какой еще вариант вы знаете. Мне будет интересно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях и обязательно подписываться с колокольчиком, чтобы не пропустить такое же новое интересное видео.